что, сегодня я смазал тренажер, посмотрел, где там что там скрипит, где там за что задевает. Подшипнички работают, уже тут кое-что тут натерлось, выработалось нормально. Здесь я смазал, оказывается, вот здесь еще трется, это когда штанга на поясе. Стал работать без скрипа. Легко и просто, но вот мы сейчас и попробуем, что, что и как. Сделаем занятие. Вешаем веса. Я уже начинаю с 400 килограммов. Чистая победа! Субтитры сделал DimaTorzok.
Зарегуб. Хорошо. Шестьсот кг. Есть 600. Будем дальше горячиться, не будем. Это хорошо, отличный результат.
Умом я понимаю. Умом я понимаю, что к этому весу надо бы размяться, подойти. Но в то же время, если появляется чувство уверенности, что ты поднимешь этот вес, вот именно уверенность должна быть, именно прежде всего уверенность, то, что ты владеешь вот этой вот, и вот это хочется, хочется воплотить, просто-напросто воплотить, да поднимешь ты эту ерунду. Ну, тем не менее, 360 кг. В последнее время я таких весов не поднимал. Примеримся. Еще разок. Ладно, хорошо. Дичайшая сила. Дичайшая. И вот тут происходит интересный феномен. Когда вес покорен, то ты с ним можешь сделать все, что хочешь. Когда он покорен. Вот ты его покорил. Все, дальше что хочешь, то и делаешь. Важно было вот здесь вот холку этим упражнением размять и мышцы шеи, там спазмы, чтобы они ушли. И вес пошел. Хорошо. И вес пошел. Заминка 260.
Позанимались хорошо. Отлично, Константин.